Всем привет! Это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. Приглашаю вас посетить Икею, пройдемся, посмотрим на новинки и в путь отправляемся с вами по отделам Икея Белая Дача. Смотрите, какие досочки аккуратненькие. 30 на 15, это бук. Вот такие малышки. Естественно, тут с фирменной надписью. И можно подавать, допустим, сыры или какие-то закуски прямо на стол на этой доске. Миски удобные, смотрите, для взбивания. Она тяжеленькая, очень устойчивая. И сверху вот такая крышка идет дополнительная. Давайте посмотрим, снимем. Вот здесь есть носик, вот такой потайной. Она толстенькая. 600 рублей стоит. И очень удобно сюда при взбивании вот миксер опускать, чтобы не было брызг. И можно потом закрыть заглушкой, убрать в холодильник, допустим, тесто, чтобы подходило, или еще что-то. Так, есть, смотрите, ручной венчик, 800 рублей. Ну а что, допустим, кто экономит электричество или ему интересно вот таким пользоваться по старинке, не надо зависеть от электричества. Форма для выпечки, сердечко, 399 рублей, 1,5 литра. Силиконовая, вот из двух предметов 400 рублей. Коврики эти есть для раскатывания, 400 рублей вместе с фигурным ножом. Маленькие формочки 149, и для выпекания вот лист 249 рублей. Вот он такой, вот эта форма все еще есть. Для открытого пирога 499 рублей. Я в такой киш готовлю. Рецепт у меня есть, можете посмотреть на канале. 799 рублей алюминиевая. Под маффины, под кексы. И к ним, кстати, вот такие продаются тоже бумажные вкладыши, чтобы потом не отмывать формочки. Всякие для кексов со съемным дном. Вот. Разъемная, удобная. И две штуки коричневого цвета за 500 рублей. Форма. Одна с разъемными боками, а вторая вот такая. С невысоким краем. Значит, 500 рублей. Сито. 179, вот кружка сита. И уже идут керамические формы. Вот такая большая, хорошая. Тут и курица поместится, и гусь. Овальная тоже есть за 600 рублей. Зеленые, синие. 300 вот такая. Зеленая 449 по карте IKEA Family. И прозрачный закаленного стекла. Ну, тут просто рай для кухни-манов, скажем так, для посудоманов. Посмотрите, какие тарелки, 300 рублей. Ну, правда же, аппетитные. Геометрические. Они уже были до Нового года, но не в таких количествах. Вот есть круглая, но квадратная донышко. 299 рублей. Серия форме дабель. Про эту серию, да, я уже говорила, показывала. И вот все-таки как здорово она смотрится. Есть и большие за 400 рублей, вот такие серая глазурь тарелок. И поменьше, вот, шестигранное донышко. Есть и с круглым донышком, но сами квадратные, вообще прелесть, конечно. Вот такие наборчики можно составлять. И вот они, очередные новинки. Тарелки десертные по 199 рублей в форме четырехлистника. Миска вот такая по 179. И вот оно, что получается в результате. Тарелочка плюс миска. Такие получаются наборы интересные. Тут же голубая посуда и зеленая. И вот из цветного стекла 399 рублей, например, такая мисочка. Это пластик. О, вот эти тарелки овальные под те миски. И посмотрите, как здорово в форме листа.
и фактура 700 рублей. Вот такая классная керамика. Есть и желтые, и зеленые. В общем, выбор огромнейший. Все это, да, вот эти были до Нового года. Вот Winter 2018, темно-синий, 900 рублей. Вот это овальная. Цвет какой приятный, смотрите. Нежно-нежно голубой, потому что тоже можно сказать, что голубой, но он уже другого оттенка. И это вроде тоже голубой, но уже в бирюзовый. В общем, сколько оттенков одного только голубого. Держатели для тарелок, наверное, удобные. И посмотрите, тоже как все сочетается, да? Вот тарелка в пятнышке, в пятнышках. Тут и мисочки. Это серия Бесегра. В комплекте 4 штуки, вот такие миски. Это уже стекло. Есть и зеленоватая, и голубая. Ну вот, снимаю уже на новом столе, на новом месте. Пока еще дневной свет. Здесь, кстати, я никак не могу определиться с освещением. Как-то темновато, мне кажется. Не так, как на кухне, когда я раньше снимала там за столом. А сейчас я вам покажу, что еще дополнительно купила. Кроме этого стола со стеллажом. В общем, взяла я все-таки вот этот крючок. Чем он мне понравился? Тем, что он прозрачный, небольшой. И как раз я его планирую приклеить на плитку в ванной, чтобы ничего там не сверлить, не портить поверхность. Увидела вот эту тарелочку в форме четырехлистника, что ли, клевера, ну или просто вот такую необычную, и не смогла устоять. Тарелка классная, и их даже не нужно много. Вот я одну взяла и буду что-то сюда выкладывать, или какие-то закуски, или десерты. В общем, всегда пригодится необычная посуда. Купила еще по несколько тарелок вот таких форм и цветов. Все не буду показывать, покажу по одной. Вот такая голубая, мой любимый цвет. Все-таки решила взять, хоть я и сторонница белой посуды, но белая с голубым очень красиво сочетается. Тоже хочется иногда какого-то разнообразия на кухне. В общем, эта тарелка. Написано, что Россия, но на самом деле сделана в Румынии. И вот такая шайбочка, как я называю. В общем, тоже мне понравились. Несколько штучек взяла розового цвета, необычной геометрической формы. Не стала много набирать разных форм. Думаю, пока возьму вот эту, посмотрю, как она будет в быту. Тоже написано «Россия», но уже сделана в Турции. Можно использовать в микроволновке и мыть в посудомоечной машине. В общем, ничего этим тарелкам не сделается. Коврик я тоже вам показывала уже, какой выбрала преддверный. По дороге увидела преддверный коврик. 400 рублей 60 на 90. Вот, возьму, заменю, потому что у меня и киевский лежит, но он уже даже снизу, вот этот слой, не скользящий. У меня он сыпется. Там был из какого-то серой резины. Здесь совершенно другая резина. И он антискользящий, очень-очень удобный. Я его прям мою в ванной. И он действительно не скользит, прекрасно впитывает. Его очень легко мыть, сушить. Ну, в общем, коврик хороший, и хороший размер у него 60 на 90, как раз по ширине двери входной. И вот еще три вещи, которые я купила знакомым. Они меня просили, когда буду в IKEA, обязательно им вот эти штуки прихватить. Это пресс для чеснока, очень удобная штука, у меня такая есть. Здесь вынимается сеточка, легко промывать, и действительно легко, даже такой подсохший чеснок, все вы раздавите. Ручки не гнутся, потому что даже на старых советских вот такие ручки гнутся, потому что алюминиевые вот эти прессы раньше выпускались, и у многих они погнуты и уже не выполняют свою работу. И картофелечистка, вот такой вот у меня нет. Здесь антискользящая ручка, лезвие для правши и для левши, и вот еще такая штучка тут заостренная, чтобы можно было удалять глазки у картофеля. И этой же чисткой можно, конечно же, морковь чистить и другие любые овощи. Ну и, конечно, ножиточка. У меня такая белого цвета, они раньше белыми продавались. Никого не прошу поточить ножи, потому что вот здесь есть два камня точильных. И они под таким углом установлены, что вы просто-напросто вот сюда вставляете нож, проводите пару раз, и все, и он у вас уже острый, как лезвие бритвы. Прорезиненные ножки устанавливаете, ничего не скользит. Одной рукой держите, а другой точите нож. Просто шикарная вот эта штука. Если вам нужна ножиточка, вот это в IKEA очень удачно.
Ну вот и все мои покупки. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. А я желаю вам, конечно же, удачных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной. Все ссылки на видео языке вы увидите внизу в описании, как обычно.